поздравляю вас с Новым годом! Сегодня я покажу и расскажу, как сделать своими руками елочную игрушку из природных материалов. Нарядить новогоднюю красавицу, сделав и развесив елочные игрушки из шишек, не составит большого труда. Ведь совершенно не обязательно вешать только разноцветные шары, купленные в магазине. На самом деле елочку или веточку, как у меня, можно украсить практически любыми подделками, изготовленными самостоятельно, из всего, что имеется под рукой. Нужно только разыграть свою фантазию. Новый год – пора чудес и волшебства, и сейчас мы с вами сами станем волшебниками. Итак, начнем. Для изготовления игрушки нам понадобится шишка. Для декорирования материал можно применять любой, но я использую еловую веточку, бусинки, мишуру и колокольчик. А сейчас давайте с вами приступим к работе. Берем нашу еловую шишку. При работе с клеем пистолета не забываем соблюдать технику безопасности, так как к нему подведем ток, и он у нас горячий. Наносим клей на шишку, берем ниточку и приклеиваем. Время высыхания клея где-то несколько секунд. Зафиксировали. Опять применяем клей. Берем еловые веточки. Заряжаем нашу шишечку. Вот смотрите, что у нас получается. Продолжаем декорировать дальше. И несколько бусинок. В итоге, друзья, у нас получилась вот такая волшебная игрушка. Посмотрите, какая красивая у нас получилась игрушка. Она может стать не только украшением для нашей елки или для нашей веточки, но и прекрасным подарком своим близким. Украшаем нашу веточку. А я вам желаю всем хорошего настроения. Пока-пока!